Каковы, по вашему мнению, условия перехода на 19 и 20 этапы финансирования? Какие условия? Какие поводы, может быть? Скорее так. Скорее поводы. Ну, когда будут достигнуты какие-то значимые рубежи. Ну, допустим, выполнены все инженерные сети. Это, значит, должны будут подключены холодное водоснабжение, а он две точки подключения, двух точек подключается. Хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, электроснабжение. Вот по высокой стороне 10 киловольт, а там их 6 кабелей должно лежать, да? Uh-huh. Потому что они идут поперек, это электроснабжение. Освещение, внешнее наблюдение, телеметрия, диспетчеризация, которая с подстанции, со всех датчиков будет диспетчерскую собираться. Когда все это будет закопано, этап. Но это как раз вот подойдет за 2 месяца до сентября, думаю. Да. Ну, вот это значимый этап будет, я полагаю. Почему? Потому что в этом случае можно будет делать всю вертикальную планировку. А если при наличии денег, там можно будет, в принципе, закатать все у вас. Ну, то есть фактически мы уже перейдем вплотную к отделочным работам. Ну, это поверхности, да, это благоустройство. Но для этого нам надо вывести 12 тысяч кубометров грунта. Задачка нетривиальная. А с правой стороны сколько подсыпать? Песка. И поэтому вот это было бы значимым событием, я так думаю. И поводом для перехода на это.